Я никогда не пишу сценарий. Я не думаю, о чем я буду снимать видео. Я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами. Реальная Алания. Жизнь в Турции. Видео каждый день. Приятного просмотра. Хаджет, скажи себе. Представляете, ночной, вот тут когда иду, даже в 12 ночи его нет, он только после часа. Где он до этого времени, я не знаю, площадь Хаджет, поэтому код Хаджет. Сейчас скажу вам, сколько времени, у нас уже 6 число, 1:30. Самое время выйти, прогуляться по безлюдным улицам. А, ну, они не везде будут безлюдные, конечно. Число уже 6, 5 я проспал, я рано очень лег спать, то есть поздно или рано, в 10 утра где-то. А когда я ложусь в 10 утра, все, я потом сплю просто чуть ли не целый день, короче. Не спал где-то до 7, наверное. Вот, и, соответственно, никуда не ходил, только в магазины. 5 число прошло без съемок, а сегодня уже 6, получается. Сидят в кафешке, погода сейчас где-то 27-28, местами 27, местами 28, оно так и есть, потому что ощущается по-разному, чуть прохладнее, чуть жарче, как бы, ну, в общем, комфортная, классная погода, конечно, олень, уважаемый человек, не спят, конечно же. Днем, в принципе, было жарко, потому что я проснулся в 9, бежал в магазин, и было душно, реально душно было, то есть днем я представляю, какая жара была. Поэтому я не мог, собственно, заснуть до 10 аж утра. Привет. Потому что с утра уже было жарко. Это невозмутимо. Пошел, купил курицу, сварил. В квартире невозможное пекло. Суп пока сварил. И первый бульон у меня сюда котейка. И суп. Рюкзак. Плечи отваливаются. Сейчас там все будут рады. Надеюсь, будут сегодня черные малые. А то что-то не было. Один только малой черный был. Уже два раза. Надеюсь, они не будут спать, потому что я к ним приду, уже почти два будет. Я бы еще где-то мороженку посидел бы, съел. Привык. Мороженки каждый день надо толкать, блин. Интересно, на светлой улице будет кто-то видно. Так, вообще я разогнался, надо много не снимать, а то потом монтировать это опять буду до 10 утра. Его еще загрузить надо будет. Это не Италия, не Швейцария. Это интернет. От 3 до 4 у меня на выход. Ну что, вышел на Ататюрка, и пустыня закончилась. Тут много довольно людей. Девчонки гуляют сами. Кто там спрашивает, не боишься гулять? Вон девочки идут. Довольно юные, кстати. Один кавалер лет 16 с ними. Друзья, тут дети гуляют ночами. Это ответ на ваш вопрос. Это Турция. Да, это действительно одна из немногих стран, где я спокойно хожу ночами. Но в Италии я тоже ходил ночами, даже не читая, какая там криминальная обстановка и что там происходит. Но ночами ходил. Стоит полиция, у местных проверяю документы. Если они меня проверят, я вам расскажу обязательно. Я иду прямо сквозь них. Чем ближе к центру, тем меньше свежести. Тут становится пожарче и повыше влажность. Сейчас посмотрим, что там на пляже. Тут пока людей мало встречается. Ну как мало? Вон есть уже поле зрения. 4 человека как минимум. Я думаю, много будет сейчас на пляже. Там люди сидят ночами, купаются ночами. Сейчас посмотрим. Водолаз нам пока здесь. Интересно, куда его уберут или его здесь оставят. Все-таки он самый красивый. В этом году симпозиум каменных фигур, где будут делать новые фигурки. Он будет по-моему, в ноябре месяце. Я потом скажу числа. Можно будет, что здесь будет, наблюдать, как с камней, с цельных камней, как они будут превращаться в фигурки. Надеюсь, в этом году будет много позитивных, классных фигурок. Очень хочу верить. Котик, иди есть, дам тебе какой-то зачуханный. Кс-кс-кс. Иди кушать, дам тебе привет. Да, так у меня, видимо, какие-то проблемы с сухой едой есть не стало. Первое, кто пробует наш бульончик, все. Фух, уже жарко стало. Луны не наблюдаю. Да, все там на пляже. Маячок. Как жаль, что нет прямой дороги вот такой или разводного моста. О, людей полно вон впереди. Ну как полно, не полно, но
полно находят. Так, на пляже. Волночки, люльники. Прибойчик, можно сказать. И... для местных, я же забыл, для местных, для многих уже холодно, поэтому они уже ночами не купаются. Люди есть как бы по вдоль Мура, полиции много сегодня, патрулей. Люди есть вдоль Мура, здесь вот по набережной есть как бы туда, вот именно на песке возле моря, как бы людей я... Вижу и купающихся, вон парень бежит в воду там. Есть и купающиеся, просто реально их меньше, потому что, ну, тут, наверное, ну, по градуснику, наверное, 27, но они... И, кстати, с моря сейчас немножко свежачок пошел, а там мне прямо же жарко стало. Полиция проверяет, кто сидит, отдыхает, тут тоже все. И купающиеся есть, причем это тоже местные, я думаю. Те, кто сейчас там купаются, ну, хотя у которого не знаю. Спите, сейчас будет кушать. Привет, это наша любимая, привет. Сейчас кушать будешь. Купается он там, трое человек. На улице Барова идет пляс Расколбас. Ну вот тут он, несколько человек, и вот там он тоже. Там местный, это 100%, можно даже не проверять, не ходить. А еще несколько дней назад, когда было более жарко, тут ночами сидели в это время, прям вдоль всего берега людей было гораздо больше. Сейчас они на стульчиках сидят возле машины люди. Так, где наша одноглазая портовая? Может, я вспомню, она появится, как часто бывает. Голодного нет, помните, вот того такой мелкий котик, тут всегда выбегал, он всегда голодный, вечно голодный. Что я давно не видел, уже месяца два, наверное. Фух, нам сейчас надо пройти всю набережную, аж туда. Интересно, если с этой стороны позвать Ушкина и Маечка, они меня услышат и увидят, они поплывут ко мне или нет. Ну, представляете, картина, да, будут стоять, смотреть, я на этом берегу, а не на том. Так, ну, не вижу здесь никого, скотеек. По набережной люди ходят, конечно. Несмотря на то, что без 10:02 на улице Баров до 3 все происходит. Что много полиции, молодцы. Лавочки тут почти все заняты, людей полно. Одноглазка, это не ты? Не ты уже прибежала бы. По моему образу жизни, то есть ложусь спать в 9 утра, да, допустим, в среднем, мне бы как раз можно было работать вот торговцем кукурузой в Алании, вот он. Рабая, Шамлар. Аслип, спать пораньше. Вообще капец, блин, когда он спит, я не представляю. Представляете, вот 2 часа, он еще без 10, он еще и не думает складываться, да? Ну, я думаю, до 3 он, ну, так опять же, когда он придет домой, в 5, да? Ну, да, вот он ляжет спать, как я. Ну, благо, что они днем тут, в принципе, не работают. Ну, хотя как не работают, после обеда они уже выходят. Ну, как после обеда, я имею в виду, ближе часам 4-5, раньше мало кто тут будет. Хотя, в принципе, когда туристы есть, тут, конечно, и днем туристы ходят, кто-то и днем работает. Хасану то проще, он, ну, там у него помощница есть, и он может поспать там же на лавочке рядышком круглосуточно. Он то спит, то работает. А с кукурузой тут ему не поспишь, он сидит. Мишки, он спят уже, не знаю, видно вам их на корабле. На улице Барал продолжается. Самый там этот, доход до кондиции сейчас. Веришь, что дети, смотрите, малышей сколько он. Самому маленькому лет 5-6, наверное. Время без 5-2. Даже он корабли некоторые работают. Идут своих клиентов, которые придут 2 часа ночи. Записываться на катание. Пандочка не спит. Пана не вижу, панду вижу. Пана нет, пандочка тут за главного, да? Привет. Привет, пандулик. Привет, мой красавчик. Привет, как твои дела? Сторожишь, правильно. Ты с той стороны смотри тоже. Надо смотреть со всех сторон, раз тебя оставили сторожить.
А где Чико? Чико где? Спичка. Вот он. А, с этой стороны Чико сторожит. Привет. Привет, Чико. Привет, мой красавчик. Привет. Все, я понял. Ты с этой стороны, она близнула вас, по-моему. Ты с этой стороны сторожишь, панда с той стороны. Здорово. А где все? Не вижу. Красавчик. Да, тебе спать некогда. И Чика не спит тоже. Но вы на работе. Все, я пошел. Я пошел, ладно? Ну, это я ему говорю, я же тебя первого погладил, еще к тебе вернул. Друзья, поддержите Panda Shop, кто приходит, поддержите, пожалуйста. Я пришел, там друг Хасана, видимо. Хасана нету. Да, людей немного, но 2 часа ночи, понятное дело. Если бы был час хотя бы, людей было бы больше гораздо. Плохо, что кораблики не светятся, так бы я вам показывал их. Так, где наша котюня, которую зовут Голос? Голос? Голос. Ты спать ушла куда-то уже, что ли, на корабле? Ну да, она, наверное, на кораблике спит, хотя тут вон куча мягких мест. Голос. Не вижу. Точно на кораблике, наверное, раз здесь нет. Голос. Голос. Где ты? Нету. Ёлки-палки, хотел ей бульончика налить, она его, в принципе, любит. Не могу ее найти. На корабле спит стопудово. Гуляет молодежь местная в основном здесь. На раба, он уже тоже спит. Ой, какой кайф, вот так вот обожаю гулять, когда нет людей. Ну, как-то вот, кто меня постоянно смотрит, вы знаете, что даже прошлый год, не говоря уже про позапрошлый, я гулял ночами больше, чаще и гулял каждый день. Сейчас я ночами гуляю, в принципе, я бы сказал, редко. Ну, не знаю даже, как это объяснить, не буду даже пытаться. Короткое объяснение не получится, поэтому не буду даже пытаться начинать. Так, тут уже человек спать пошел, и, наверное, никого там нет. А бомба, бомба, не вижу точно пока еще. Если там люди или уже бомба тоже закрыта. Люди счастливые на яхточках живут. Тут пошел свежачок, друзья, тут реально сейчас 100%, не больше 27. Самое главное, что по ощущениям даже. То есть тут реально сейчас свежо и классно. Надеюсь, так и будет. Вообще. Я уже успел спотеть, как бы, но вот сейчас просто сейчас тут. Фу, хочется жить и дышать. Дышать и жить. Наслаждаться. Бомба уже все, по-моему. Ах, паровозик, не хватает мне его, не хватает. А почему-то вот вывеску не убрали. Потому что мне один протест выражает, и вот она стоит на дороге, причем. Верните паровозик. Ирак. Машина, да, бомба уже все, 2 часа ночи не работает. Котики сейчас обалдеют все. Не часто прихожу, 2 часа, в принципе. Еще с такой едой у меня там и курица есть, и пакетик рыбной мягкой еды есть. Бульон есть. На Красной башне сейчас, может, там человек 10 есть, конечно. Магазин этот работает, значит, люди есть. Не было бы людей, он бы не работал. Ромка, лавочка. Все, иду к котейкам. Там уже, не знаю, буду снимать, не буду, потому что руки в бульоне будут. Перестал дуть ветерочек этот свежий, но более-менее тут сейчас свежо и классно. Дни жаркие, но посмотрел на ближайшие дни расписание, предварительная погода. И
Да, чуть снижается. То есть я бы уже сказал бы так, что в сентябре уже почти не будет по ощущениям 41-42, будет чаще не больше 37, максимум 38. Это по шкале ощущения, это уже как бы уже хорошо. То есть начинается комфортное лето в Алании, которое будет продолжаться минимум 2 месяца. Вышла там малышка с одним малым своим налем бульоном. Здесь есть кто одна комната из кораблей малая? Малые новые у нас. Вот она спрыгнула. Слушай, их там не видно? Не, ага, сейчас. Ну, привет. Жалуйся, пойдем кушать. А где черненький? Кс-кс-кс-кс. Хоть один тут будет, чтобы был всегда. Кс-кс-кс-кс. Блин, а куда что-то они могли деться, а? Ну, было три черных. А после вот этого праздника, когда толпы людей здесь были, он стал один выходить. А сейчас это вообще нету черного маленького. Где малыши наши с прошлого твоего? С прошлой твоей этой. Черненький. Я надеюсь, ты один хоть выйдешь. Я мечтал троих увидеть. Сейчас, мать героиня. Сейчас накормлю. Да. Кушай. Не знаю, что хватать. Голодная. Эфес. Вот, другое название. Не знаю, я жду, может они на корабле где-то, знаете, люди ж тут ночуют, кошек они все любят, может они спят на корабле, не знаю. Но вроде как завонишь должны. Боже, там вон люди ходят, вон девчонки трое аж. Там вон пошла пара на маяк. Что за мусор плавает? Так более-менее прозрачно. Опять 2 дня не купался в море, раз покупался. Неужели это уже приходит... то, что у местных. Не, ну такого не может быть, я ж море очень люблю. Конечно, очень существенно жить возле самого моря. Вот я непосредственно имею в виду. Вот как отель «Панорама» расположен. Ну вот, то есть непосредственно, чтобы ты вышел и потом также в мокрой одежде пришел домой спокойно, потому что там 2 шага. Тогда, конечно, я купался бы по нескольку раз в день. А когда на море надо идти, нужен тебе душ, нужны переодевалки. Идти надо 40 минимум минут или ехать. Да, все сложнее. Кс-кс-кс. Кто не спит, выходим. Вот. Так, это зеленоглазая, маячок и кто там? Привет, маячок, привет. Кс-кс. Привет, Пушкина нету, не гоняет вас сегодня, безымянная там. Кс-кс-кс. А ты боишься спрыгивать, да? Пушкина, ты где? Ты же всегда первый выходил. Привет, маячок. Вы черных не видели там? Кс-кс-кс-кс. Привет, идем на лавочку спрыгнешь. Тебя давно не было. Идемте. Кс-кс-кс-кс. Идем. Ушкин. Кс-кс-кс-кс. А где Ушкин? Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Ну ладно, пока Ушкина нет, вы спокойно поедите, а то он всех гоняет. Где? Красавчики. Фух, это хорошо. Воды нет, а что за фигня? Куда она делась? Не поверишь, что вы ее выпили за день. Воды нет, сейчас нальем. Кс-кс-кс-кс. Зеленоглазая. Маячок. Спасибо, все поздоровались. Ушкин. Кс-кс-кс. Ну, мальчик кушает, а ты что? Давай. Кушай. Мальчик. Ушкин, прием. Ты где спишь? Ну, на кораблях обычно спит. Крепко спит, видимо. Не слышит. Кс-кс-кс. Привет! Привет, Ушкин! Прибежал с корабля, спал где-то. А эти все за мной. Все за мной прибежали. Идемте назад, у вас там налито уже все. Пойдем. Кс-кс-кс. Мальчок, назад, пойдемте. Пойдемте кушать назад. Кс-кс-кс. Ушкин, а я думал, не выйдешь, будешь голодным. Ну, что ты стесняешься? Ты же звезда у нас. Пешеходных прогулок, да? Потягивается, спал. Идем, там уже все вам, сэр, насыпано, налито. Налито. 15 минут третьего, друзья. Тут, кстати, вот оно реально вот от этого жар идет. И от него повышенная температура. Он целый день здесь нагревался. Мальчок, кс-кс-кс. А что ты все бросил? А мальчок, кс-кс. Мушки. Бульон будешь? Тут будет джазовый фестиваль, я вспомнил, в конце 20-х чисел сентября. Сейчас вот сцену подготовили, наверное, в эти выходные, я думаю, будет. А, тут что получается?
не дойдешь туда, да, не можно пройти. Можно, в принципе, пройти туда на смотровую, но не буду идти вот такую сцену, поставь 6-е, 7-е, 8-е. Чего? Это было 5 месяцев, а сейчас июль. Сегодня какое число? 6-е, ага, пятница, суббота, воскресенье. 3-й театральный фестиваль, то есть что-то здесь будет. Днем или вечером, не знаю. Фух, 2:30 время. Идем дальше. Еще до бегемотушки туда далеко надо идти. Сквозь Вайкики, за Джума-Пазары, вверх. Наконец-то можно 10-15 минут посидеть, съесть мороженку любимую. Все время спешу, бегу, лечу. Так вот просто сесть, насладиться, даже нет на это времени почему-то. Сижу, любуюсь местами, где только что был. Наслаждаюсь мороженым любимым. Без 10:03 с улицы Бара вот такие вот подъезжают машины и развозят людей. Ну, видимо, по каким-то разным районам. После окончания дискотеки на улице Бара 10 минут она еще будет. Так, интересно, спит наш здесь фонтан или не спит. Прямо здесь. Палки. Да, есть у него даже. Нету, значит, спать уходит. А, подожди, то кто сидит? Нет, то не ты. Фонтан, это не ты? Нет, то не ты, кошечка какая-то он сидит. Где фонтан? Кс-кс-кс. Фонтанчик, то ты что ли? Кс-кс-кс. Вон он, на мясе. Кс-кс-кс. Фонтанчик, а ну иди сюда. И там, где мясо делают, он там сидит. Ах, ты тебя мало с этой кафешки кормят. Привет. Привет, мой красавчик, а он еще там сидит, мясо просит. Идем, я тебе дам твоей еды, любимая. Фонтанчик, видишь, как я тебя узнал. Фуля мода, никого. Без 5:03. Друзья, сегодня пятничный рынок здесь. Кто, кстати, в пятницу придет в течение дня в Перла Платину, тот получит дополнительную скидку при любой покупке. Ильясу скажите, что Ромка обещал дополнительную скидку всем, кто придет в пятницу. Он обязательно сделает. О, сейчас комфортно, классно. Короче, чтобы наслаждаться свежестью, надо гулять после 2 часов. Такой вывод я делаю на сегодняшний день. Сейчас уже здесь по центру тоже уже нигде нет влажности, духоты. Сейчас очень комфортно. А в Анталии будет 6-8 числа ярмарка. Там где большой этот парк вдоль моря. Королеоглу парке он называется. Гастрономическая ярмарка, фестиваль. Он там был 2 года назад, я показывал. Ходили мы там, или 3 года назад, не помню когда. Мустафа Кемаль, это тюрк. Сказать, выйдет ли кто-то в 3 часа? Конечно, выйдет. Да, суперхвост, привет, а где трехлапка? Трехлапки пока не все есть. Трехлапик, она на той вилле, наверное, вчера оттуда приходила ночью, когда я звал. Сухую еду никто не ест здесь, да, вы все тут заелись. Кс-кс-кс. Трехлапочка, иди курочку достану ради тебя. Вот она, красавица наша, да, трехлапочка пришла. Ты спала там где-то уже, да? Привет, сейчас курочки достану. Курочки тебе, суперхоз. Да. Бегемот энд компани, 10:04, да? Да. Ага. Бегемотушка, подтверди. Там бегемотихи и компания был, забывшая на бульон есть. Там кошечка возле шока сейчас подбежала. Залез сумкой воды налить и нашел, вспомнивший наш бульон еще остался. Зато им дал полуслоник. Еще осталось одной котенки. Да, полуслоник? Скажи время, 4:20. Кушаем и спать. Ой, какая красота.